Открытие, объединившее мир. В Поволжском университете телекоммуникаций и информатики отметили День радио. Это праздник всех работников отрасли связи. Благодаря радиоприемнику Александра Попова сейчас есть не только радио, но и телевидение. Это и интернет, это и сотовая связь и так далее, все, что так иначе определяет нашу свою жизнь в части коммуникации. При этом необходимо отметить, что это, в принципе, является уже достаточно давно прочным одним из предметов первой необходимости. Радио стерло барьеры в общении жителей разных стран. Информация передается мгновенно. А при помощи радиоволн работает огромное количество современных технологий. Их представили на выставке в университете. Работникам отрасли связи вручили премии губернатора Самарской области. Сегодня тот день, когда мы чествуем наших ветеранов, которые своими силами, упорством развивали те технологии, на которых стоит сейчас наша современная связь, наши IT-технологии. И сегодня в этом большом актовом зале на стенах родного университета, откуда вышли практически все выпускники, которые работают в отрасли связи, состоится важное мероприятие, где будут вручаться награды, памятные дипломы, подарки. Завершилось торжественное мероприятие концертом. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.